Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета обсуждали сегодня в Чебоксарах. На всероссийский круглый стол собрались бухгалтеры и ревизоры более чем из 30 регионов страны. Чем совершеннее бухгалтерский учет в госучреждениях, тем эффективнее распределяются муниципальные бюджеты. Идет управление имуществом и арендой. Меняется международная практика, меняются стандарты. Всего до 2020 года Минфин России разработает и утвердит 29 новшеств. 5 уже прошли регистрацию. Одно из них касается предоставления бухгалтерской отчетности. Отчетность поднялась на 5 пунктов, уважаемые коллеги. То есть мы с достаточно большого количества, да, там такой средней практики подняли на очень хорошую практику, не совершенную, конечно, не передовую, но везде отлично. То есть не отлично с плюсом, да, там, но отлично. Почему? Потому что не все стандарты у нас внедрены, они вообще на самом деле были очень восхищены. Эксперты у нас были из Великобритании, нашим всем, значит, результатом. Но я считаю, что это, конечно, прежде всего наш с вами труд. Расширяется и сфера государственного финансового контроля. Этим летом были приняты комплексные поправки в бюджетный кодекс. Сейчас идет подготовка нормативно-правовой базы. Базовые вещи у нас сейчас будут меняться в части единых подходов к контролю на всех уровнях бюджетной системы. Понятные прозрачные правила, как бы, игры для объектов контроля, для субъектов контроля. Правильная квалификация нарушений. Чем более будет качественно реализовываться контроль, тем, в общем-то, лучше у нас будет с бюджетной дисциплиной. Бухгалтерам и ревизорам нужно учесть все тонкости перехода на новые стандарты. Это стандарты сегодня, которые внедряются, как я уже говорила, с прошлого года, они существенно меняют весь принцип ведения учета. И, соответственно, для того, чтобы было понятно всем, проводятся аналогичные совещания, и мы приглашаем сегодня здесь всех заинтересованных бухгалтеров, финансистов, для того, чтобы они уже конкретно от самих методистов услышали, какие изменения нас сегодня ждут. То, что уникальность, а важность этого мероприятия в том заключается, что здесь присутствует не только профессиональное бухгалтерское сообщество, но и представители контрольных органов. То есть одна из рабочих групп Минфина по разработке таких же аналогичных стандартов по государственному финансовому контролю также проходит здесь совместно. Это очень важно. Обмен мнениями и знаниями – одна из главных целей форума. Он будет идти в течение 3 дней. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.